Адамом Сайтиевым, Буласаром Сайтиевым в начале 2000-х годов, понимая, что такая величина и явление в борьбе, как Сайтиев... Оставляет шансы на номер два только... Да, не смог он отказаться от предложения, очень выгодного предложения Турецкой Федерации. И сменил спортивное гражданство. Удачно сменил. Был призером чемпионатов мира, Европы. И сейчас уже второе десятилетие является одним из лучших тренеров в мире и ведет сборную Турции. Соответственно, передал многие наши технологии, навыки, наработки. К счастью, мы тоже не стоим на месте и надеюсь, что сейчас Заурбек Сидаков это продемонстрирует во всей красе. Ну, вышел на работу, соперник знаком хорошо. Все друг друга уже просмотрели, записи сейчас в свободном доступе, многократно встречались, поэтому посмотрим, как сложится. Они очень разные по физическому сложению, такой Демиртаж крепкий, а немножечко коренастый парнишка, а Сидаков такие канатные мышцы, длинные руки. Мне больше нравится, вот когда такое сложение у борца не столь мощное, может быть, мощное более привлекательное, а вот именно для того, чтобы бороться, вот такая структура мышц длинная, она как у Сидакова. Отлично, увидел, что стоит на пяточке турок, поймал ее, но надо два балла зафиксировать. Ловит в капкан, клади, клади отсюда, красавчик, есть. Отпускать нельзя уже. Заур, держи его, держи, 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 держи. Так вот, женщины в таких ситуациях не кладутся. А мужчине очень тяжело. Гибкости не хватает, и здесь отключена шея, тут еще и поддушивается потихонечку. Но Демиртаж старается, бьется. Хотя, на мой взгляд, уже давно он на спине лежит. Да, судья наконец принял решение. Ну что ж, Александр, поздравляю. Я не рассчитывал, вот, что так будет выигран финал. Надеялся, конечно, боялся говорить свои ощущения, что вот фаворит все-таки Сидаков. Мы предполагали, что Югуев будет фаворитом и выиграет. И опасно всегда вот вперед сказать и озвучить это мнение. Но что такая концовка, что он этого зверя положит на лопатки... Но это щелчок по носу для турка, конечно. Щелчок по носу, потому что, да, как он его поймал в этот капкан, хорошо бы не рубили сам повтор. Здесь, в общем-то, можно...